сидел и как-то оформлял видео и заметил, что в описании я всегда отмечаю свой TikTok аккаунт. И подписываю его как... он мертв. Чего? А ведь все по факту, ведь последнее видео вышло аж 8 месяцев назад. Я думаю, сейчас самое время возродить мой TikTok аккаунт на 24 часа. Сегодня попробую выложить максимально много видео, и мы посмотрим, как вообще поживает Чикинган в TikTok. Усаживайтесь поудобнее, ведь мы прям вот сейчас и начинаем. Челлендж начнется буквально через 5 минут, а именно в 17:00 по моему времени. И у меня будет ровно 24 часа, чтобы я просто снимал Чикинган ТикТоки. Три идеи я уже придумал для начала, и их сегодня мне нужно снять. Пока не начался челлендж, 4 минуты еще у меня есть. Прошу вас, кстати, подписаться на канал. Также можно поставить лайк. Это видео было снять довольно сложно, поэтому заранее прошу вас подписаться и поставить лайк за мои старания. Также в конце видео обязательно напишите комментарии, как вам данный эксперимент мой. Как я 24 часа вылаживал только Чикинган ТикТоке. Кстати, после видео можете зайти в описание и перейти в мой ТикТок аккаунт. Уже там вы сможете и подписаться, и посмотреть все новые видео. Заранее спасибо. Ровно 17:00. Так, хорошо. Первое видео, которое я хочу снять, это будет Чикинган в 21-м, наверное, году. Такой старый Чикинган против нового. Почему мне пришла эта идея? Я как-то вот листал ТикТок и встретил офигенный видос. Ну, офигенный трек. Что мне нужно для этого? Мне нужен какой-то вайбовенький Чикинган. Кстати, да, сейчас на классную карту надо. Здесь, ребятки. Окей, вот он стоит такой. Так, теперь давайте мы взлетаем вот так. Стоп. А, черт. Вот, отлично. Первая карта есть. Идем на вторую. Чекайте, супермаркет, да? Офигенная карта. Чекайте, мы сейчас встанем вот так вот. И смотрите. Во-первых, туманчик. Ну это дико слишком, нет. А это слишком слабо. Вау, так с тенями красиво. Во, вот, отлично. Теперь я с телефона сейчас прибегу, погодите. На телефоне у меня, кстати, нормально так FPS 57. Так, теперь мы что, мы вот так вот приходим, вот, и вот так вот стоим. Ема, что это, Чикинган? Да, ребят? Это Чикинган? Вот, надо с продуктами стоять. Стоп, давайте я поставлю этих людишек. Со свинтусом будет. Свинота, как говорится, гайз. Надо, чтобы разраб добавил в предметы шляпы из магазина, и чтобы их можно было надевать на петухов. Это классно. Ну и вот такой вайбец у нас получается. Мега круто. Я обожаю вот этот вечерний вайб. Туман мы делаем вот такой. Ой, нет, это какой-то... Что это? Это страшно. Вау, вау, это какая-то пустыня дикая. Так, есть. Короче, вот на Town 3F2. Это так прям офигенно выглядит. Ну я аж не могу. Типа я на кране вот здесь сижу. Уверены, что нет тумана? О, есть. Вот, туман. Это прям нормально так. Он уже смотрит прям на меня. Вообще-то это не круто. Ух, как классно. Ой-ой-ой. Я бы себе это на обои на ком поставил. Это шикарно. Сейчас графика Чикингана это пик. Все, первый видос на ТикТок мы сняли. Пойду-ка его сейчас монтировать. Начинается самое сложное. Монтаж. Хотя, что сложного? Думаю, смонтирую быстро. Так, вот у нас есть моментик, да? Мы его вырезаем, значит. О, боже. Сколько времени прошло? Уже почти 19:00. Что за бред? Все, давайте смотреть этот видос. Он идет. Он побежал уже. Он идет 23 секунды. Так, ну что ж, первый видос готов, вы увидели, как он выглядит, и самое время... Вот так он выглядит, можно его посмотреть. Нету хэштега Чикинган. Изменить обложку, кстати, можно, вот это прикольно. Опубликовать. Пришло время делать второй ТикТок. Я хочу снять под этот звук, внимание всем слушать. Не могу просто, я хочу какой-то угарный видос по Чикингану снять. Короче, у меня даже идейка есть, поэтому мы сохраняем. Я это снял, спасибо. Хэштеги, наверное, те же. Чикен. Извиняюсь. Изменить обложку давайте какую-нибудь. Опубликовать. А сегодня с ТикТоком покончено. Но с монтажом неизвестно. Мне нужно еще смонтировать как минимум один видос. На сегодня прощаемся.
Следующий, кстати, видос, который я хотел бы сделать, ТикТок, это, гайс, это сейчас я вам как скажу. Видос, где Годжо играет на пианино под офигенный трек. А это вроде надо повторять. Так, окей, нам нужно сейчас на гору подняться, вон на ту с бананом. Надо же подобрать. Оно ж летит, оно уже прилетело. Вот так, и... отлично, мы на горе. Здесь нам нужно поставить пианино. Пианино ставим его как-нибудь еще. Сейчас, я еще хочу, чтобы банан было видно, как танцует. О, сейчас надо снять, как он на пианино играет. Я бы ему, честно говоря, глаза закрыл, шарить. Нормально, я ж надеюсь, да? Да, надо как-нибудь стул поставить. Не-не, я знаю, я гений, ребят. Есть яблочко, мы ставим вот так вот яблоко. Вот так просто становимся. И погнали. Всем привет. Ух, еману полетело. Кто это, гайз? Кстати говоря, как он вообще мог зайти? Он летит на самолете. Он прям летит. Гляньте, вон оно. Что, бро, тебе надо? Видео мы отсняли, было довольно быстро, пришло время монтировать. Ну, внимание всем, посмотрите, что я сделал. Видите, у него глаза типа на месте, да, но хоп, смотрит на тебя. Второй кадр, где он машет башкой своими закрытыми глазами. Почему он спит? И уже на пианино играет. Кстати, неплохое место я все-таки подобрал. Вершина горы. Прикольно так выглядит. Ну, все в целом так же. Вот так сделал. Хобана. ВСЕ. Я знаю, что еще можно сделать. Нужно вот такой эффект свечения прикольный. Вот такой вайб реально сделать. Доделываем, эффектики добавляем. И видео готово. Вот так оно выглядит. Выпускаем видосик, третий видос уже за сегодня. Вот он, кстати. Вопрос, почему я тут только сейчас заметил клуб Dead Inside? Вы его для всех хочу. Вы его что это тут делает? 5 хэштеги. Чикен, Жура. Нет, стоп. Ган, Жура. Сейчас, нет, отложить. Поехали. Ноябрь 3. Выйти оно должно, наверное, где-то в 5, в 4. Во, в 4:30. Вот такая обложка, нормально, нет? Или он может какую-нибудь вот такую. Давайте что выберем. Даун. 3, F. Нет, Таун 6 надо выбрать. Таун 6. Чекайте. Блин, нету Таун 6. Это грустно. Видео у нас на отложенной публикации. Его еще вложить не буду. Времечко у нас 22:31. В это время я, конечно, не иду ложиться спать, но отдохнуть, знаете, хочется. Итого я сделал 3 видео. 2 из которых уже вышли, а одно находится на отложенной публикации. Завтра я собираюсь сделать еще одно, а дальше уже посмотрим. Доброго утра, ребята. Я проснулся. Второй день. 11. Сколько? 11:08. До конца эксперимента осталось 6 часов. И я подумал, что можно сделать такой типа ТикТок. У меня есть какой-то. У меня есть видос кое-какой. Сейчас я как его вам покажу. Внимание, вот он. Я не знаю, что с телефоном данного подписчика, но 6 FPS. Я того все просто. Короче, из этого можно сделать прикольный видос. И, возможно, последний, потому что денег у меня нету. Разраб так-то на приколе, кстати. Писать в описании минус FPS и добавлять карту супермаркет. Это хорошо. Это ладно. Гоме, Аманай. Орева има. Омае но таме ни окотте най. Даре мо никунджай най. Има ва тада-тада. Время наступило. Прошло ровно 24 часа, как я запустил для себя челлендж снимать чеки на ТикТоке. Будем смотреть, что как набрало. Первое видео у нас с Чикенганом в прошлом. Видос набрал 5900 просмотров, 89 комментов. Видос с мимасиками набрал 2700 просмотров. Видос с пианино набрал 1400 просмотров. Ну и последний видос 0. Прошла, кстати, ровно неделя, и эти видео набрали вот столько просмотров. Довольно неплохо, кстати. По 10 тысяч на двух видосах, 6 тысяч на этом и 3700. Ну, как-то ладно. Что ж тут такое пишут, интересно почитать. Велосипед Женя 20к, D-минус FPS на картофель. А ведь люди верят, что Женя 20к было в описании. Я не пойму обсирание Чикенгана как игры. Это всемирный рофл? Ну, вот такой вот видос получился. Напишите в комментариях, как вам. Также можете написать, какой ТикТок вам больше понравился. Ну и что могу сказать? С вами был я, Журо. До новых встреч и всем пока.